Вы смотрите «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. В пятый раз встать ряды бессмертного полка на параде 9 мая готовятся жители Северодвинска. Принять участие в акции может каждый, кто владеет информацией о своих близких участниках Великой Отечественной войны. Северодвинский бессмертный полк с каждым годом становится все более многочисленным. В 2014 году в него встали 700 человек, а спустя два года полк насчитывал уже 7000 бойцов. В этом году ожидают около 8000. Чтобы встать в ряды полка, нужно сделать несколько шагов. Найти информацию о своем герое, своей семье, уточнить у родственников, кто остался, может быть, какие-то архивные материалы в семье остались. Если нет информации, не обладает никакой семьи, да, то можно сделать с помощью сайта мойполк.ру, воспользоваться информационными ресурсами и попробовать там восстановить информацию о своем герое. Также можно внести на сайт проекта информацию о своем герое. Это может помочь в поиске его знакомых и однополчан. После этого изготовить транспарант с фотографией. Помочь с изготовлением штендера и поиском информации могут в библиотеках имени Гоголя, Кругозор и Книжная гавань. Встать в ряды бессмертного полка может каждый, независимо от национальности, вероисповедания и взглядов. Единственное условие – никаких посторонних лозунгов и агитации. Также неравнодушных граждан приглашают стать волонтерами акции. Более подробная информация по ссылкам на экране.